Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні в нашій студії, у програмі «Гість у студії», два дуже цікавих гостя. І це люди творчої напрямку творчого. Це у нас герой України, заслужений працівник культури, поет, відомий поет не тільки у нас на Донбасі, а й в Україні, і за межами нашої країни. Це Борис Федорович Білаш і заслужений працівник культури, провідний науковий співробітник Державного історико-архітектурного заповіднику у місті Святогірську Діда Володимир Миколаївич. Доброго дня, шановні працівники культури. Доброго дня. Я дуже рада вас бачити у нашій студії. І сьогоднішній ваш візит до нас, наша зустріч, вона буде проходити. Головна тема – це книги і як ви до них прийшли. Борисе Федоровичу, наша аудиторія, вона знає вас і знає, але є люди, які не досить добре знають вашу біографію. Я не можу не спитати вас, як ви прийшли до цього, як ви стали поетом? Зараз такий час, що час поетів. Бо війна, і люди становляться, вони бажають щось написати, як у них душа відвертається. Як ви стали поетом? Якщо чесно сказати, я навіть сам не знаю, але з дитинства як-то прислушувався к слову інтересному, яке волновало. І дуже любив стихи Івана Никитина, який писав о природі много. И это было созвучно моей душе. И когда-то, придя из школы зарумяненной такой, после того, как нас учительница провела на экскурсию, я написал такие строчки, первые. Восхищаясь зеленью леса, там, это было весной, я воскликнул: «Посмотри на траву, вся зеленая, а в траве сидит насекомое». Вот отсюда, с этой насекомой, все и началось. Потом меня увлекла живопись, графика. Я занимался визостудией и там, как говорится, делал какие-то маленькие успехи. Но потом снова жизнь меня переключила как-то на поэзию. Я очень любил поэзию, чувствовал ее. И поэтому потихоньку, хотя, как говорится, такой дорога жизни извилистая. Вы же были шахтером. Да. И потом уже, когда я окончательно понял, после окончания горного техникума, работы на шахте, шахта «Кочегарка», о которой я много писал. Вот. И после окончания института физкультуры, я как мастер спорта по борьбе, там, так сказать, учился на факультете физвоспитания. И только после этого, когда уже я преподавателем работал в институте политехническом тогда, я поступил в литературный институт имени Горького, чтобы, как говорится, культуры набрать. А я вас это приняла. Это же такой институт, туда так поступить было дуже непросто. Очень непросто. И я не надеялся, но когда я послал, у меня вышла к этому времени первая книга «Марш-бросок», я послал, и мне из института, пришли, так сказать, Твардовский написал письмо мне и сказал, что вы прошли литературный конкурс и готовьтесь, будете студентом. После этого я сдал экзамены все и, слава Богу, как говорится, учился, был старостой литературного курса своего. А с кем вы там познакомились из выдатных письменников? Во-первых, общение с ребятами творческими, это всегда аккумуляция, это дает большой толчок. Потом конкуренция, потом желание быть ярче. Я тогда уже написал в институте был принят союз писателей в институте уже. Один из студентов, единственный студент второго курса, или третьего, я уже не помню, был принят союз писателей СССР тогда. Это давало мне возможность посещать дом литератора.
А, это ж, так сказать, там была вся элита творческая. Я видел и Симонова, и видел, ну, и Евтушенко, и многих, так сказать, ну, скромно, конечно, со стороны. Но у меня была еще возможность сделать добро, это взять двоих, так сказать, друзей, тоже провести, согласно этого билета своего, провести тоже в Центральный дом литераторов. Ну и это было для меня очень, имело огромный толчок и значение. Вот. Ну а потом уже начали книжки выходить у меня. А вот как изменялась тематика ваших вирчев? Ну, первая тематика – это, конечно, и детство, потому что у меня послевоенное, я родился в 41-м году, детство. Это любимый край, шахтерский край мой, это шахта, это все, ну, в общем, диапазон был огромный. Мне хотелось и детские стихи писать, я и писал их. Потом и увлекся, и юмор, и это мне удавалось понемножку. Ну, как-то так получалось. Ну, я, если можно. Ну, мы все родом из детства, как сказал классик. Давайте еще зачитаем. Да, я с удовольствием прочитаю. Ну, что-нибудь из детства, лыжи. Я весь горел, тянулась ночь без края, а утром наспех покормил меня, сломать на шахту, двери закрывая, и дома были тишина и я. Шел первый снег, под ним скрывались крыши, а мне казалось, белизна горит. Окрепнешь, Борька, купим тебе лыжи, склонившись, мама тихо говорит. Подмял под себя подушку, я слышал, как метель в трубе поет, делила мама черствую горбушку, по карточке полученный паек. А мне хотелось жить, хотелось выжить, и медленно скользя по снежной пыли, меня от смерти уносили лыжи, которые мне так и не купили. Ну и вот еще, как говорится, характерное стихотворение для детства. Все, наверное, это знакомы, когда приносят родители какой-то подарочек и говорят, что это от зайчика. Отец усталым приходил и все-таки любил со мной силой потягаться. Потом, смеясь, протягивал мне сверток. На, получай подарочек от зайца. От радости тогда я просто слеп. Срывал обертку по пыхах бумажную и жадно грыз ржаной морозный хлеб, что доставался в те года не каждому. Потом, забившись в угол тишком-нишком, играл я длинноухой серой шапкой, и оживал передо мной зайчишка, озябнувший с горбушкой под лапкой. А годы пронеслись такие скорые, что начинает небылью казаться. Но отзовитесь, зайцы мои добрые, когда же вы успели разбежаться? Борис Федорович, вы навчалися в Москві, а потім повернулися до рідного краю. І так увесь час ви жили у рідному краю? У Донбасі, у Донецьку? Так, да, я все время жив в Горловці, а потім, після інституту, була можливість остатися в Харкові, але поманив мене Донбас, і я все оставив і приїхав, щоб, так сказати, ну, работать преподавателем в Донецком политехническом институте, где проработал 13 лет. А потом переключился, меня пригласили на должность руководителя областного литературного объединения, то есть творческую молодежь воспитывать, ну, в хорошем смысле этого слова. Ну вот, и у меня многие ребята стали тоже членами Союза писателей СССР. Тогда еще. Вот. Это меня очень увлекало. И, ну, проводили мероприятия с харьковчанами. Ну, была эта дружба, творческая взаимосвязь. Это очень как-то вдохновляло. И ребят делало ту творческую обстановку, которая, так сказать, заставляла все время думать и стремиться к светлому. Вот вы сказали «дружба». Вот как давно вы познакомились с Владимиром Николаевичем? О, две творческие особистости. Меня связывает с ним очень добрая, светлая и дружба, которой я очень дорожу. Вот. Дело в том, что я был счастливо и влюблен в Святогорье, которым познакомился еще в детские годы.
Вот. И зимой я всегда представляла, как оно выглядит, воображение работало. Вот. Ну и потом, когда я приезжал сюда, мы с Володей встречались, ну, уже, как говорится, на творческой основе. Он меня приглашал, я к нему всегда, так сказать, обращался к нему как поэт с исторической точки зрения, пытливо спрашивая, где тут, что тут, как тут. Он мне рассказывал всегда, и меня это окрыляло, я многие стихи благодаря ему написал. Во многих, почти в каждой книжке ему есть стихи посвященные. Так что сколько вот років же эта дружба? А? У вас сколько Роков? Ну, я думаю, что десятки лет, наверное. Был такой хороший человек Володя Гученко, директор этой... Славтяжмашевская. Дубравушки, Славтяжмашевская, да. Он любил литературу, он меня приглашал, я мог зимой взять лыжи, приехать, жить на базе, писать. Именно там я написал книжку «Живая тайна Святогорья». Вот, и она имела хороший резонанс, меня даже выдвинули на государственную премию, но тогда развалилось государство, это 90-е годы. А надежда светилась. А у вас, окрім таких поезій, ну, ліричних, ви саме кажете, були поезії юмористичні. Зачитайте нам, будь ласка, щось із такого, із юморисок. Можеш, якщо некогда, роботу з п'ятниці подвинуть на суботу. Можеш, якщо тільки ти бездельник, п'янку відложити на понедельник. Но зато любовь, чтоб там ни сталось, никогда не оставляй на старость. Я пью за дам, за пышный их расцвет, за все, что им так дорого и свято, чего для них ценнее в мире нет, а если поточнее, за нас, ребята. За женщин только стоя пьют мужчины. На это есть весомые причины. И это объяснять не стоит право. Так было раньше и так будет впредь. И только голубой имеет право, когда гусары стоя пьют, сидеть. Вот, и такое. Значит, когда мы внедрялись в этот край Святогорский, когда я очень хотел тут жить, чтобы это, и жил на горе тут в Богородичном, вагончик. И мы с женой, не покладая сил, работали. Ну, земля была не вспахана, все сами делали. И вот такое стихотворение юморное. Третьи сутки до темна мы с женою пашем. Кроме хрена, ни хрена в огороде нашем. От жары саднит висок, ночью декадушка, одинокий голосок подает лягушка. Жонка завтра на порог и сбежит, наверное. А лягушка, дай то Бог, может быть, царевна. Ви прийшли до нас удвох. І я хотіла запитати вас про вашу роботу, сумісну роботу. От якісь книги, якісь ви з Володимиром Миколайовичем, ну, создаєте, чи випустили, чи маєте намір випустити? А, ну, з Володією у нас, Володимиром Миколайовичем, если официально, а так вообще он для меня, Володя, всегда это от души, вот, то нас волнует красота Святогорья, его история, этот оплот православия. Вот, поэтому мы долго лет вынашивали мечту такую издать книжку «Святые горы». Он раскрылся, помимо того, как он ученый, прекрасный ученый, столько выпустивший книг, наверное, вклада большего, чем он в Святогорье, с научной точки зрения и истории. Никто не сделал и, наверное, никто не сделает подобного. Вот. Мы вынашивали издать книжку «Святые горы». Вот, это длилось годами, но он открылся как художник, фотохудожник. И мне его работы очень понравились. У меня за моим столом и всегда присутствует его маленький альбом, где он, ну, природные его картины, все его работы, и они меня вдохновляют. Поэтому вот мы решили издать... Я бачу перед вами лежить... Книжка чи? Ну, у меня есть еще ответ на ваш вопрос, заданный Борису Федоровичу. Я
давно с удовольствием слежу за творчеством Бориса Федоровича. Мне всегда нравились, прежде всего, конечно, его стихотворные сборники. Но вместе с тем он работает иногда и довольно плодотворно в этих сборниках с художниками, графиками, фотохудожниками. От этого книги приобретают, в общем-то, такой, ну, будем говорить так, не просто эстетический вид, но понимаешь глубже его мысль как поэта, понимаешь глубже его стихотворные строки, когда они иллюстрированы такими художниками, как Владимир Шендель, народный художник Украины. Это издание «Живая тайна Святогорья». А первое издание, насколько я помню, о Святогорье вышло у Бориса в 1980 году. Оно так называлось. «Славяногорье» или «Святогорье». Точно не помню. Но я точно помню, что там иллюстрировал Виктор Савилов. Один из известнейших донецких художников, графиков, карикатуристов. Их было два брата, Виктор и Сергей. Ну и последние, будем говорить так, его такие вот презентационные фотоальбомы выходили совместно с фотохудожником Валерием Пащенко. Сразу несколько таких серьезных работ. Вот. И поэтому мне давно, собственно, как бы не просто я со стороны интересовался, но я и внутри творчества его тоже копался. Поэтому этот юмор мне очень тогда, ну, будем говорить так, интересен был. Период такой был в жизни, и у него непростой был период. Вот. Я тогда взялся за составление этой книги и попросил проиллюстрировать его стихи Сергея Савилова. То есть я поехал в Донецк тогда, вот мы с ним покопались, он мне дал такую кучу своих карикатур, рисунков в ответ на, в общем-то, эти стихотворные строки. Поэтому каждое стихотворение было снабжено вот этой карикатурой. А зараз немає цієї книги? Зараз цієї книги я не бачу. От, из убойного. Вот это. Оце вона. Оце вона. Кстати, еще о Савилове. Кстати, о Савилове Викторе, царство ему небесное. Вот это он иллюстрировал мою книжку, когда я был в Верховной Раде, а я был две каденции в Верховной Раде. Угу. Вот. И вот это, как говорится, изнутри посмотрел эту жизнь и написал Козьма Прутков в натуре. Вот это он, его иллюстрации тут такие потешные. Вот, например. Поэтому перед тем, как, собственно, уже прийти к идее и совместному творческому проекту вместе с Борисом Федоровичем по части отражения на Святых Гор в его творчестве и в фотографиях, которые были у меня, в общем-то, приготовлены, сделаны на основе там выставки, которую я представлял в Святогорске, не только в Святогорске. Вот. Увлекся фотографией я в связи с тем, что было необходимо проиллюстрировать книгу «Святые горы. Иллюстрированная история», и явно не хватало материала по современности, поэтому нужно было внедриться и в архитектуру, и в природу, не только с точки зрения, собственно, историка, а вот, ну и с точки зрения, будем говорить так, иллюстратора этой истории, этих памятников, культурного наследия. Вот. И поэтому я взялся там отснимать по ряду глав части явно необходимого мне материала, ну и современность, естественно, потому что последние разделы книги посвящены современности, и поэтому, в общем-то, я уходил надолго в Святые Горы, вот, в природу, поскольку там нельзя показать, собственно, историю Святых Гор без ее прекрасных заповедных природных мест, вот, без флоры, ее фауны. Вот, архитектура, она, конечно, в центре есть, это уже духовная составляющая Святых Гор, Святогорский монастырь, его памятники. И вот все это вместе позволило там создать эту выставку, на которой был присутствующий в качестве и друга, и коллеги, и товарища Борис Федорович в 2016 году. И тогда, вот во время представления, презентации, мы посмотрели, и оказалось, что для половины стихотворений, или хотите наоборот, для половины фотографий выставленных, готовые есть прекрасные стихотворения, которые очень хочется показать, представить. В органике, да, органично. Одновременно с этой иллюстрацией, которой была представлена. Вот таким образом. Можно открыть сторинку и
Любую. Вот я вам даю эту книжку. Вот вы любую открываете, читаете и показываете, какая вам нравится. Что касается, собственно, структуры этой книги. Да давайте я вам прочитаю. Вы прочитаете? Нет, но я на память. Вот это я открыла? Да, вот открыли. Вот читаем. И потом смотрим фотографии. Какая ночью сила злая, деревья рушила в бору, под стоны ветра засыпая, не думал я, что поутру проглянет солнце с небосвода, легко раздвинув окоем, и просияет лик природы, умытый утренним дождем. Это дуже гарно. Ну і мало здесь разве поваляних деревьев. І дуже гарні фотографії. І я би сказала навіть не те. Я б навіть сказала, що от сьогодні, коли так у нас таке життя, таке бурхливе, то такий вірш і оця світлина, чи от це все якось надихає на оптимізм. Чи не вважаєте ви то? Це спасає душу. Так. Хрустальна тиша родного края, лес погружен в прозрачный сон, и август, даль приподнимая, распахивает горизонт. Река, луга, за поймой хатки, а дальше дол необозрим, и мается душа в догадке. А что за ним? А что за ним? Ну, и оце, я так розумію, це примірник. Або вже... А, это макет. Це макет. И еще далее. Що далі от, з цією дуже ліричною і філософською книгою? Одно, как бы, дыхание было создано составляющее, собственно, я составлял стихотворение иллюстраций из фотографий. Ну, и среди издателей, с которыми мы работаем, вот, я лично работаю, есть харьковский издатель «Федорка», который проникся, собственно, идеей и, не имея, так сказать, договора, не имея соответствующего оплаты этих работ, вознаграждения, он составил, в общем, иллюстрированный, будем говорить так, образец, макет, готовый к печати, ну, к тиражированию. Вот. Ну, на этом пока все, потому что именно творческая часть была основной, будем говорить так, движущей силой вот появления этого сборника, такого фотоальбома, вот «Святые горы». Ну а что дальше, собственно, сколько примерники вы, сколько коштуют? Ну, сам издатель, с которым мы вот недавно беседовали, получив, собственно, этот макет, при тираже 1000 экземпляров, значит, 200 гривен будет стоить один экземпляр при, если я не ошибаюсь, там сколько листов, страниц, честно говоря, я даже не помню, там можно посмотреть, под там 200. Есть выходных данных, вот, то ли 196, то ли больше. Ну, вот. Ну, более 100, по-моему, там стихотворений Бориса Белаша, я боюсь ошибиться, это нужно смотреть, я помню, что иллюстративная часть составляет где-то порядка 170. Вот. Тож ви наразі збираєте кошти? Ну, да, да. Если говорить о том, что нужно представлять, книга пишется не для творческих людей, не поэт, конечно, движимый, так сказать, вдохновением и своим талантом, он творит эти стихотворения, выбрасывает их туда, налево, направо. Но когда они уже собраны в книгу, это он уже делает не для себя, он уже делает для читателя. Ну, собственно, любому творческому человеку интересно познакомить. Вот. Не только круг самых близких, но и тех людей, которые, ну, будем говорить так, готовы воспринять поэзию, готовы воспринять культуру, готовы воспринять, ну, то есть они интеллектуально подготовлены, у них есть в этом потребность, что ли. Ну, трудно сказать, сколько таких людей осталось, но, тем не менее, я думаю, что достаточно много. Радничок это бьет. Я думаю, что, прежде за все, оця книга цікава тим, що поєднались саме ви у цій книзі. Бо я не знаю і поета, якого би знали так відомо, ніж ви в нашому Донбасі, та навіть в Україні наразі я не знаю. Як чоловіка щасливого, больного красотою. Так. І, звісно, Володимир Миколайович, якого всі знають як найкращого спеціаліста по Святогір'ю. Я теж це без всякого там лиця, що види, що таке. Так от, оця книга, вона і поєднала два ваших творчі особистості і має
бути вкладом у культуру нашого, нашої землі. От тим вона і цікава, більш за все. І я думаю, що після нашої передачі люди зацікавлені в тому, щоб такі книги виходили і надалі, я думаю, що вони до вас дійдуть і зроблять свій вклад, свій внесок в те, щоб така книга вийшла. Ця книга буде, що має то свойство лікарственне, вона буде врачувати душі. Чоловік посмотрит, і от на фоні бурно происходящих событий може уйти в природу. Коли читаєш про вас, дуже багато книг видавалося от з вашими віршами, ну, у 90-х годах, у 2000-х годах. Так, от наразі вже не так, я думаю, да? Ну, вже ні, звісно. От, і, ну, дай Бог, не остання книжка, поживемо, увидим. Я хочу прочесть, так сказать, о нашому времени, то, що, так сказать, если жизнь порой не в жизнь, ты не будь в обиде, ставить крест не торопись. Поживем, увидим. Прочь уходит старый год, новый на орбите. Что случится, что нас ждет, поживем, увидим. Вместе жить нам или врозь, пусть Господь рассудит. Что бы с нами ни стряслось, будет то, что будет. Юг в дыму, Донбасс трясет, нет альтернативы. Может, завтра поживет, если будем живы. Я хочу сказати, що у нас же немає часу. Але я дуже вдячна вам, що ви прийшли, і ще хочу звернутися до наших телеглядачів, щоб вони подивилися на цю цікаву книгу. Ну, якщо можна, одну репліку. Да. Значить, у мене на пам'ять прийшла традиція, яка була в 19 веці. Как-то у Бетховена была проблема распространить свою торжественную мессу, он никак не мог организовать ее презентацию. Это одно из выдающихся произведений композитора. И тогда взялся за это князь Николай Борисович Голицын, который у нас похоронен на территории Святогорского монастыря. Вот. Он был поклонник творчества Бетховена, был в переписке с ним. Кстати, вот конференция у нас будет научная 13-14 числа декабря. И там одна из докладов посвящен именно вот этой переписке. Тогда была распространена такая система, да, как организовать, как собрать деньги, да, на то, чтобы, допустим, исполнить вот это произведение. Это же нужно оркестр подготовить, это нужно огромное количество музыкантов, это нужна площадка, на которой это исполнить, вот, зрители и так далее соответствующие. Ну, в общем, затраты были сумасшедшие. И тогда Николай Борисович объявил подписку среди всех тех людей, которые желают, с одной стороны, иметь авторскую партитуру, вот, это очень приличные деньги, то есть Бетховен подписывал экземпляр партитуры, он издавался типографским способом, да, вот, и дарился, так сказать, тому, кто эту подписку, в этой подписке участвовал. Ну и нашлось значительное количество людей, которые подписались на партитуру торжественной мессы, и в результате она, если я не ошибаюсь, была в 1824-25 году представлена впервые в мире, вот, по-моему, в Петербурге. Вот, тогда благодаря вот тому, что люди получили в свою, так сказать, ну, для своего пользования, да, вот, экземпляры типографским способом, но с подписью, собственно, самого Бетховена. То, что вы знаете номер подписку. К чему, Наталья, ну, возьмите на себя роль Николая Борисовича, как в том варианте, на себя. Вот, мы вам даем все права, вот, на это, и станьте в центре, объявите подписку. Незважаючи на те, що ми живемо в такий час, дуже хотілося б кожному, щоб красота, поезія, найкраще, що є у житті, щоб воно в нашому житті було. І люди прагнуть до цього. І оці книги, які, ну от одна з них в мене зараз у руках, і називається вона «Святі гори». Так от,
ці книги повинні бути. Повинні бути люди, які пишуть ці книги. Повинні бути люди, які знімають оці світлини. Повинні бути люди, які читають такі книги. Читають і, ну, можуть кому там подарунок. Ну, в общем, повинен бути глядач, читач от таких робіт. І думаю, що ви нас, до нас ще зайдете, або ми до вас зайдемо у Святих Горах, у Святогірську, і ви нам щось ще почитаєте. У мене ще є пропозиція. Скоро Новий год вже буде, і прочесть таке оптимістичне, веселе стихотворення. Ну, ніхто так не радується Новому году, як діти наші. У мене дочка хоч уже і взросла давно, але от такі стихи коли-то я їй написав. «Я кружусь-кружусь солінкою, коси бантики в розльот, дочка пахнет мандаринкой, значит, скоро Новий год. Как давно такое счастье на руках я не держал, и зачем куда так часто улетал и уезжал? Раскраснелась почемучка, просит редкого меня подержать ее на ручках, а то взрослой стану я. Скоро Дед Мороз кудесник выдаст новые деньки, елки, шарики и песни, и цветные огоньки, а кому опять дороги, да метели у виска, неуемные тревоги и упорство. А пока я кружусь-кружусь солинкой, косы бантики в разлет, дочка пахнет мандаринкой, значит, скоро Новый год». Ти повірш. І я теж вас вітаю з наступаючим Новим роком. Бажаю, щоб у вас усе збулося, і не тільки ця книга, але й інші мрії. І здоров'я вам. Дякую. Дякую. Дякую нашим долучатям. Оставайтесь з нами. Всього доброго.